Всем привет, с вами обзорщик. Сегодня у нас на канале новый обзор проекта Текра. Текра — это инвестиционный фонд, интернет-платформа для привлечения инвестиций в высокотехнологичные решения и инновации. Платформа Текра создана на блокчейне, и благодаря этой технологии все инвестиции на платформе Текра будут прозрачны. В блокчейне, как мы знаем, все записи записываются, и они доступны для просмотра любому человеку, поэтому каждый инвестор сможет увидеть и определить, куда и на что направились его средства. Познакомимся более подробно с информацией, представленной у них на сайте. Они выделили три ключевые группы клиентов. Это научные сотрудники, доктора, да, можно сказать, инвестора и комьюнити. У каждой из этих групп клиентов есть свои проблемы, для которой платформа Текра приготовила свои решения. Ученые будут представлять свои идеи на платформе, команда Текра будет их рассматривать, затем будет отправлять на голосование сообщества, и после этого перспективные идеи и проекты получат инвестирование. Также у Текра очень опытные юристы и специалисты в экономической сфере. У них действительно очень богатый опыт, и они инвестировали миллионы золотых, да, вот как здесь указывается на сайте, такие компании, как Zalando и BMW. Решение для инвесторов тоже весьма интересное. У команды Текра большой опыт в области инвестиций, а также у них обширные бизнес-контакты, включая сюда и топовых юристов и экономистов. И благодаря этому команда Текра гарантирует своим инвесторам, что каждая инновация и технология, отобранная командой Текра для инвестиций, она действительно представляет полезность для общества и прибыль для инвесторов. А благодаря блокчейну решаются две самых животрепещущих проблемы. Не нужны будут длительные юридические консультации. И блокчейн — это как открытая книга. Все транзакции, инвестиции можно проверить, об этом я уже говорил. И третья категория — это комьюнити. У них также есть свои проблемы и решения. Текра — это одна из немногих блокчейнных технологий, за которой стоит реальный бизнес. Сейчас они собираются внедрять заводы по производству графена. У них уже есть патенты на различные технологии по применению этого вещества. А также они планируют развивать медицинские технологии в будущем. Поэтому за токеном Текра стоит реальная ценность. Кроме того, плюс для нас с вами, для всего сообщества, заключается в том, что токены проекта Текра можно майнить по технологии POW. Дальше разберем информацию именно по графену, где и как его можно применять. Первая инновация, которая будет проспонсирована проектом Текра, а точнее ее инвесторами через платформу Текра, будет производство графена. Его можно применять в промышленности, в медицине, в энергии. Из него можно делать одежду, также можно мотоциклетные шлемы делать, потому что он очень прочный. Вот видите одежду, да, пожалуйста, и вот в промышленности также его можно применять. У него очень много полезных свойств, более подробно вы можете ознакомиться о нем на сайте. Также вот есть патенты Текра, да, здесь все патенты связаны именно с графеном. Смотрите, начиная с 2015 года эти патенты получались командой Текра на различную реализацию именно свойств графена. Ссылку на эти патенты я также оставлю в описании под видео. Вернемся на сайт и посмотрим информацию дальше. Также с помощью графена команда Текра запатентовала новый вид, новый источник белого света. Он очень яркий, очень мощный, энергосберегающий и является весьма долговечным материалом. В данный момент команда Текра проводит свое ICO, и любой желающий может инвестировать в проект Текра и стать инвестором. Есть несколько вариантов инвестирования: это приват сейл, покупка мастерноды и паблик сейл. Приват сейл, как видите, минимум 40 тысяч долларов для инвестиций. Мастернода, чтобы ее купить и создать, нужно инвестировать минимум 19 500 долларов, а в паблик сейл может принять участие любой желающий. Минимальная сумма составляет 2 доллара 20 центов. Такова текущая стоимость одного токена Текра. ICO у них проходит с января 2019 года.
Первая колонка представлена для участников Privat Sale. Вторая — это цена за один токен Текра, если вы приобретаете пакет мастерноды. И третья — цена для участников Public Sale. Как видим, стартовая цена составляла $1.25 в январе 2019, да? Сейчас она уже составляет $2.20, и финишная цена будет $2.70. ICO у них завершится в январе 2020 года, то есть ICO будет длиться примерно год. Ниже представлены планы команды Текра, что уже было сделано, что они планируют сделать. Был запущен Privat Sale, Public Sale. Дальнейшие планы, что интересно, вот в октябре-ноябре будет запущен новый кошелек, и примерно в первом квартале 2020 года будет листинг на биржу LoToken. Примерно в это же время будет запущена инвестиционная платформа, и проект Текра заработает на полную мощность. Подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте обязательно комментарии. Я всегда открыт для обсуждений, мне интересно обсудить с вами проект Текра. В этом видео у меня для вас все. С вами был обзорщик. Всем добра и веры в крипту.